Ну, в итоге после сборки получилось вот такое вот изделие. Это вот первая проверка. Ну, проблемы, конечно, у нее еще есть. Это еще надо делать. Амортизаторы не работают. Она козлит. Но уже более-менее. Вот я алюминиевый вал поставил. Кругом такие красивые винтики разноцветные. Вот так, вот такой вот выворот получился. Но это еще все нужно настраивать. Но у меня очень-очень неудобный очень неудобная аппаратура, не могу я и снимать, и рулить. В общем, пока едет так, как едет. А еще дорожный просвет получился очень маленький. Для раллийной модели это вообще ни о чем. Надо будет увеличивать дорожный просвет, чтобы как-то на оффроуде кататься. Вот так встал мой маленький моторчик. Как он выглядит необычно. Необычно выглядит регулятор, как он стоит. Я специально так его поставил. Чтобы все это хорошо охлаждалось, чтобы как можно ниже был центр тяжести. Надо доделать, в общем. Работы осталось, я думаю, немного. Потом, может быть, еще какое видео сниму.